выглядит как черный, и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Господин штурмбанфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейд. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчи! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно! Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю! Ты мутант! Нет, нет, пожалуйста! В мусоропровод! Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси, фашист недоделанный! Считаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствует, товарищ Москвин! Три! Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори, или получишь пулю! Бери офицера! Ах ты! Нож оставь себе! Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули. Ё-моё. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы... Да... Вон там, лаз на той стороне! Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так. Двинули! Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Так, кажись, проскочили. Ну-ка. Решетка. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади!
Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Нет, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего. За мной! Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. Пожалуйста, пожалуйста, я электрик. Вот отличное решение. Забить его лопатой. Экономно. Очень. Гигиенично. Вполне. Слышал? Что это? Вроде что-то упало. Штукатурка, может? Сыро тут? Нету тут штукатурки. Бетон один. Так. Заключенный 130. Это вы произвели шум? Не я это. Не я. Богом клянусь. Продолжим. Что? Заключенный 78. Вы слышали посторонний звук? Так точно, господин начальник. И что это было? Смотрите, кусок земли. Бей их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. Открой клетки, а? Там в караулке пульт наверху. Ну, что тебе стоит? Интересно. Ничего у тебя, парень, не получится. Никого. Только я подохнем все из-за тебя. Выкрути лампочку! Слышал? Что? Нет. Ничего показалось. За что? За что? За то, уродин, что ты наши гены погали. Нет! Не надо! Не надо! Не надо! Ты на себя посмотри. Там на пульте наиграется, что с эгоном... Пожрать! Дайте хоть чего! Пожрать! Кормить тебя еще! Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт. В караулке. Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал за сочувствие уродам. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то. Ты этот... Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму! Есть, герр обершарфюрер! Что такое? Шорох. Интересно, что это там?
Ну ты даешь, парень! Как ты его? Тише! Больно такая! Тише! Услышь ты все! Глотай газ! Добрался? Герой! Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене! Это вызов! Жми! Жми давай! Прячемся! Момент! Вот, так лучше! Пузо к позвоночнику прилетел. Кому там приспичило? Вы со мной шутки шутить будете? Ну-ка, вылезайте! Пацаны, ну что за приколы? Серега, ты? Гляди, в следующий раз не открою. Ты меня знаешь. Это уже не смешно даже. Давайте теперь в прятки играть, блин. Как маленькие. Давай, в шлюз, живо! Выпустите! Выпустите нас! Там наверху пульт! Можно открыть все камеры! Не могу! Закрывай! Закрывай, шлюз! Парень! Я хочу жить! Я жить хочу! Внутренний блок прошли! Теперь самое веселье будет! На вот, держи! Часы у тебя что надо! Лампочка загорается, когда тебя видно! Удобно! Значит так, дальше наверняка будет охрана, но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Эх, гранату бы. Ну ничего, прорвемся. Ну, у вас какая? Ты иди низом, а я сверху, прикрою, если что. Это он нам подарочек сделал. Они тут все соберутся, и охрана вся. У нас на линии в этом плане то же самое. Все еще смеет упрекать нас в недостатке гуманности. Так, а тут у нас что? Так, ясно. Эй, давай сюда. Ну ты поможешь или как? Я директор. Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага – мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Ну что, я все тьфу-тьфу-тьфу! Ты молодцом, не зря тебя в рейнджера взяли.
за мной, не останавливайся! Охрана, дорогу! Наша разведка обнаружила настоящее Эльдорадо! Легендарный подземный комплекс D6! Грандиозные склады, которые ловятся от еды, лекарств и оружия! Там хватит консервов, чтобы рейх был сыт 100 лет! Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных! Что там еще? Побег! Черт подери! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найти немедленно! Ничего! Коту! Стороны! Хватайте этих свиней! Шпионы! Сюда! Лови! Артем! Скорее! Огонь не открывай! Прыгай! Прекратить огонь! Невозможное. Теперь моя задача предупредить Орден, что Черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда Черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб Ордена. Павел покажет дорогу. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем, больше некуда. И как там, живой вообще? Молодцо, броник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Ну все, приехали. Делать нечего, дальше на своих двоих. Айда за мной! Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, рейд все же. О, труба! Артем, давай сюда! Ну-ка, посади! Опа! Так, ты подожди, а я гляну, что там. Шпион, хватайте его! Ты смотри, какой лавкач. А ну, мужики, тащи его на пост. Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост. Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. А ты!
Черт знает, что творится. Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкотно, а надо. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будем. Что у тебя? Знаешь, давай до тупика пройдемся. Пока мы храбры. Так, на всяк пожар. А? Внимание! Держаться до последнего! Подкрепление уже близко! По коммунякам стрелять, красных оружить! Люди, что вы делаете? Огонь без приказа!
Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! На выход, крыса краснопузая! Ребят! А при том, чмо, что мать у тебя ничего вроде. Нормально. А брательник уродом родился. А значит, что? Что? Что либо ты тоже сросла, либо мать твоя шлюха. Ах ты! Ах ты! Ну давай, скажи! Моя мать шлюха! Говори, дрищ! Иначе ты у нас получаешься уродом! Раз твоя мать уродов рожает! Нет! 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 Моя мать... шлюха! Вот, что и требовалось доказать. Раз она шлюха, значит, скажи маме, мы зайдем в гости. И ты еще только вякни что-нибудь про моих детей, ублюдок. Понял меня? Вякни, и мои следующие дети будут твоими братьями. Эй, эй, погодь, не убивай его. Мне в сортир сбегать. Вернусь тогда. Кого я вижу? Какие люди! Неужели оставил свой сундук без охраны? А что ему сделается? Ключ-то только у меня. Ты хоть бы рассказал, что там. А то секрет, секрет. Да какой секрет? Ствол там. Я его с одного из полисовских рейнджеров снял. Ну, те, что на прошлой неделе завалили. Навороченный. Молоток. Ну как, Адольфович? Закончил там? Не искрит? Хрена лысого тут закончишь. А я говорил. Нечего того с клешнего было в концлагерь отправлять. От него хоть польза тут была. Мало ли что, урод. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Ганзу с Дрючем будут тебе и электрики, и шлюхи, и чё хочешь.
И все бесплатно и круглосуточно, но позже. А пока вон поди на мост сгоняй. Глянь, что там дымит. Сам бы пошел да глянул. Ну, Адольфович, ну халтурщик. Опять все накрылось. Все, все самому надо. Тревога! Враг! Что? Где? Откуда? Коммуняки! А откуда сам знаешь? Ясно. Видит его кто? Я нет. Внимание! Держаться до последнего! Я тоже! Прячется, похоже! Эй! Урод красный! Выходи! Как он точно выйдет? Тогда не больно убьем! Ну? Пошли зарабатывать новые нашивки. Да ну, за простого коммуняку нашивки? Черт, прячется мутант. Значит, трусит. Несем потери! Это? Мужик, пощади, не убивай. Бери все, все, что есть, только не убивай. Прошу, не убивай. Над своими же издевается. Падлы. Как же я ненавижу эту жизнь. Люди, что звери. Я не знаю ничего. Оставь меня. Я волчок. Ненавижу их всех, чистокровок. Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в борделе остался. Вот он тебе поможет, ствол этот, когда красный за жопу возьму. Юморист. Недолго осталось. Ну?
точно спит. Ушел, что найти и уничтожил. Эй, кому не ну, кому я как-то запрыгался. Потери! У нас потери! Теперь закрыть тебя! Сводить надо. Выделываются в школе. Чилки хамит. Вот и покажу лоботрясу, чем двоечники кончают. Приведешь, а его помилуют еще. И тоннелеры. Помилуют? Ага, сейчас. Шуфляжа ждет. У нас тут без сюрпризов. Да что там смотреть? Дергается, по ногам моча течет. Тоже мне зрение. Чего мы не видели-то? Для головы крыс. Самое оно. Может, я туда пожар? Ставлю патрон. Грибы какие-то не те, что ли. Почудилось? Здесь, а? Ну-ка. Показалось все-таки. Что? Кто здесь? Непонятно. Thank you.
коммуняку бы какого скрепни. А то все уже ветераны, машинками. Что там? Да что тут может? Давай проклятием, ах, заклеймённый! Ууу! Ведь мир голодный! Болевой суд над арестованным шпионом красной линии начинается. Всем подданным рейха, свободным от трудовой повинности и дежурства, рекомендуется явиться. Именем Великобритания, красный шпион, взятый с поличным на территории секретного объекта, нам приговаривается к смертной казни через повешение. Всех не перевешайте! Тьфу! Смерть фашистам! Повесить! Наступит еще наш час! Слава Рейху! Yeah.
Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полюсу. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тот потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Черт! Пятый, прием! Андрюха! Пятый на связи. Тушите там свет в тоннеле, считай, они покойники. Есть! Покойники? С чего бы это? Поглядим еще, кто из нас покойник. А, ладно. Отступать некуда, позади Москва. Прибыли дальше. Стой! Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка, сквозняком тянет. Значит, есть выход. Артём, помоги открыть! Паутины-то шагу не ступить. Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное, их не разбудить. Черт! Они уже близко! Постой, Артём, не торопись. Теперь осторожнее. Тут все вроде чисто. Пошли! Шахта! Да, высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Есть! Генератор в порядке. Чисто! Прошу, покатаемся. Ну, поехали. Какого... Что с ним? Почему встал? Предохранитель, что ли? Черт. Ну, давай! Услышали нас, суки? Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут? Жри, тварь!
зажечь фонарем, пока на спину не перевернуться! Айда за мной! Ах ты, сука, ты такая! Артём, свет сюда! Зажарь его! Так-то, мразь! Спасибо! Один за всех! Так, сюда! Мост! Про него я слыхал! Теперь у тебя зале недалеко! Высоковато! Не дрейф, Артём! Прыгай! Двинули! Снова они! Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться! Нормально, сгодится! Артём, давай сюда, подсоби! Теперь, Артём, главное, не выключай фонарь. Без него хлебнём тут. Опа! Не тронут. Артём, погоди, хреново без фонаря. Дай хоть факел сварганим. Раз, два, три, ёлочка, гори! Ладно, двинули. Давай, шоу!
Юртас-2! Тут электрозамок! Провода вон туда ведут! Слушай, Д'Артаньян! У тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Талант не пробьешь, молочага! Готов? Первый пошел! За мной! До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом.